Борисе, вітаю вас. Вітаю вас, добрий день, дорогі, і слава Україні! Героям слава! Знаєте, і наші герої зараз на фронті воюють. Україна чекає допомоги від Сполучених Штатів Америки. Але вона все застрягла у Конгресі, тому що не можуть... Досі не можуть порозумітися республіканці і демократи. Ну і зараз спікер Палати представників Майк Джонсон заявляє взагалі про те, що неможливо буде ухвалити жодні домовленості, жоден законопроєкт, вирішити кризу на кордоні, поки начебто в Білому домі не буде Трампа або іншого республіканця. Ну, це що? Про що ми можемо казати в такому разі? Ви, як знаєте, от представник республіканської партії, от тут цікаво і позиція всередині партії. Ну, республіканці підтримують Україну і заявляють про це. В нас є двопартійна підтримка в Сполучених Штатах Америки. Але за цими заявами спікера Палати представників виходить, що Україна не отримає допомогу, допоки не відбудуться вибори. А там ще й невідомо, Трамп стане президентом, так ми взагалі жодної допомоги не отримаємо. Роз'ясніть, будь ласка, от мені роз'яснювальна бригада потрібна. Так що відбувається в партії? От зможе Україна отримати цю допомогу від Сполучених Штатів? Вкрай необхідно насправді, чи не зможе? Ви знаєте, я при всьому тому, що відбувається у нас внутрі партії, и межпартийные отношения, такие натянутые. Я оптимист, я вам скажу почему. Во-первых, первое и самое главное, это три председателя трех ведущих комитетов по иностранным делам, по разведке и по... там, значит, три майка, как я говорил, трех ведущих комитетов, это по вооружениям, по иностранным делам и по разведке. Вот эти три комитета разработали план победы Украины. Вот это, он был обнародован буквально пару дней назад, а разработан, хотя он был еще в декабре. Но это фундамент деятельности республиканской партии, запомните это. Поэтому, вот смотрите, там предусмотрено четко, что нужно сделать, чтобы Украина победила. Полная критика байденской администрации, почему он до сих пор не оказывает помощь в нужных видах вооружений наступательного характера, и что нужно сделать срочно, чтобы Украина победила. Вот это является сегодня планом республиканской партии. Теперь смотрите, у нас две даты есть. Первая – 19 января, когда будет рассматриваться продление бюджета Америки на этот год, и там ряд. Бюджет разделен на ряд разделов в зависимости от применения в той или иной области развития нашего общества. И в повестке дня есть вопрос продления оказания помощи и Украине, и Израилю. 61 миллиард Украине и 14 миллиардов Израилю. Так вот, это в повестке дня есть. И это 19-го, я вам подчеркиваю, января. Но еще есть запасная дата, 2 февраля. Если вдруг по каким-то причинам до 19-го они не смогут договориться, так они говорят, то 2 февраля это уже должно решиться. Я верю в то, что это будет сделано, ибо на карту поставлено не просто имя Америки, а престиж. Но и даже, я честно вам скажу, существование Америки. Почему? Потому что многие понимают в Америке, я имею в виду избиратели, что проигрыш Украины – это проигрыш Америки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я вам приведу последние цифры. 66% американцев за неукоснительную помощь Украины до полной ее победы. Поэтому все вместе взятое вселяет мне оптимизм, и деньги будут выделены, и помощь Украине не будет остановлена. Я в этом не сомневаюсь. Ну, вона, я так розумію, зараз вже призупинена через те, що немає бюджету на виділення нової якоїсь військової допомоги. На даний момент Європейський Союз, країни Європейського Союзу щось намагаються нам підкидувати, але те, що розповідають там у нас в нашому командуванні і кажуть наші експерти, те, що нам зброї бракує вже. І ви тут сказали про те, що загрожує це і безпосередньо самим Сполученим Штатам Америки. Я б тут відзначила, що на даний момент
США дуже ці хитання політичні всередині, вони дуже підривають і лідерство Сполучених Штатів Америки в цьому світі, тому що як США, як провідна країна цього світу, провідна країна і також і НАТО, виходить, не може зараз і стає заблокованою через політичні свої внутрішні негаразди і на зовнішній світ для зовнішніх партнерів. Але ті заяви, які звучать від республіканців, зокрема і в Палаті представників, ну, ви дуже оптимістичні, мені це подобається, і хотілося б завтра, післязавтра, так, ну, навіть у нас трошки пізніше через те, що у нас різний час, прокинутися і побачити хороші новини, що такі допомога є. Але от я ж кажу, мені ця заява Майка Джонсона, вона дуже так насторожує. Оскільки, а чи є голоси? Ну, в порядку денному ви кажете, що 19 січня разом із продовженням бюджету є і продовження допомоги для України та Ізраїлю. Це той пакет, про який просить Білий Дім, чи це якийсь окремий законопроєкт, який має бути проголосований? Тому що в Палаті представників є більшість республіканців, а в Сенаті немає, там більшість демократів. І дві палати в будь-якому разі всю цю допомогу мають ухвалити. То що це за пакет, який стоїть в порядку денному, окремий якийсь розроблений, чи той, про який просить Білий Дім? Ну от смотрите, хороша новость в том, що в Сенаті вже є договоренность, а устная, там на бумаге ще нет, в том, що помощь буде продлена. Это уже обговорено устами нескольких сенаторов. То есть демократы там в большинстве, им достаточно было к 50 голосам своим прибавить еще 10 и от республиканцев, и они уже могли бы согласовать. Так вот, устная форма уже согласованности есть. Весь вопрос сегодня в Нижней палате. Okay. И вот в Нижней палате вот идет передряга там. Вот есть у нас несколько балбесов там, к сожалению, которые берут заложники самого Джонсона, спикера, они ему угрожают. Они говорят, вот если ты не будешь добиваться того, чтобы было выделено достаточно денег на усиление безопасности нашей границы с Мексикой, то мы тебя выкинем точно так же, как мы это сделали и с Кевином Маккарти. С бывшим последним спикером. Вот эта угроза есть. И у них внутри сейчас идет передряга, внутри ссора идет, там, знаете, они спорят. И, конечно же, это плохо. Украина не может быть заложницей внутренних проблем. Хотя я согласен с республиканцами в том, что надо решать вопрос безопасности на границе с Мексикой. Это катастрофа для Америки тоже. Но нельзя соизмерять или ставить на равных и ту, и другую проблему. Для нас также опасно и то, что происходит в Украине, когда мирный народ уничтожается каждый день этими варварами. И с другой стороны, не менее опасно то же самое, что происходит на границе с Мексикой. Поэтому их не надо связывать. Надо срочно оказать помощь Украине и Израилю. Срочно. Это надо было делать еще вчера. Но я вас, поймите меня правильно, помощь до сих пор ни на одну йоту не останавливалась. Она есть каждый день, но она маленькая. Это раз, недостаточно большая. А с другой стороны, качество. Украине нужны наступательные виды вооружений. Это атакамсы радиусом 300, 500 и более километров. Это самолеты F-16 и, конечно же, ПВО, противовоздушная система обороны, Патриот. Вот в чем нуждается сегодня Украина. Это как раз то, что указано в документе трех майков, председателей комитета по вооружению, по разведке и по внешним связям, который явилось, сегодня является ориентиром республиканской партии и вообще всей администрации Байдена должно быть, для того, чтобы помочь Украине победить. Поэтому не будем унывать, дорогие мои. Поверьте, Америка никогда не оставит Украину. Почему? Потому что Украина защищает нас, наши ценности, западную цивилизацию, так же, как и Израиль. Сегодня единая линия фронта от Украины до Израиля. Поэтому если сегодня Америка не будет поддерживать в нужных объемах эти две страны, то наше завтрашнее будущее ужасно, катастрофично.
Слава богу, обыватели это понимают. Поэтому, пожалуйста, не надо отчаиваться. Мы с вами должны быть оптимистами, верить Всевышнего и действовать. Действовать каждый на своем участке. Кто чем может помогать в победе Украине. Вот это самое главное. А мы на своих местах лоббируем, встречаемся с конгрессменами, сенаторами, помогаем им финансированием их избирательной кампании. Только в том случае, если они поддержат Украину в полной ее победе. Поэтому вот, вы знаете, очень много уныний возникло в связи с победой Байдена в Айове. Это Трампа, прошу прощения, Трампа в Айове. Ну, вы поймите правильно. Во-первых, Трамп еще не победил в стране. Он еще не стал президентом. Это первое. Второе. Победа в Айове, одном из самых консервативных штатов, где голосовали только республиканцы, еще мало о чем говорит. Вот я вам приведу пример. 23 февраля, января у нас будут выборы в Нью-Хэмпшире, следующие первичные выборы. Так вот там, я обращаю ваше внимание, кроме республиканцев будут иметь право голосовать и независимые. Вот это очень важно. А независимые уже будут голосовать, поверьте, не так уж рьяно за Трампа. Там будет еще Микки Хейли, наша, знаете, восходящая звезда. American Iron Lady, как мы ее называем, наша новая американская железная леди. Так вот она руками и ногами за Украину и за Израиль. Так вот многие независимые будут голосовать, конечно же, за Микки Хейли. В этом вы можете убедиться в 23-го. Вот это очень интересно. Поэтому 23 січня, правильно, вибачте, Борисе, я вас переб'ю, уточните, 23 січня. Те, кто зарегистрировался независимым. Господа, я вам приведу цифры. В Америке давайте. 338 миллионов населения. В этой армии большой, да, 36 миллионов демократов. 34 миллиона республиканцев. 32 миллиона независимых. Поэтому ни один кандидат не выиграет, если он не будет поддержан и избирателями конкурирующей партии. Вы меня поняли? Поэтому то, что Трамп выиграл в Айове только среди республиканцев, причем самых консервативных. Но не забывайте, еще есть консервативные, есть умеренные республиканцы, к которым я себя отношу, к примеру. Понимаете, поэтому не надо отчаиваться, ничего страшного еще не произошло. Понимаете, давайте будем видеть, что будет происходить в других штатах. Вот Нью-Хэмпшир 23 числа на следующей неделе. И мы с вами убедимся, что достаточно подключиться к выборам независимым, как уже соотношение в голосах между кандидатами будет совсем другим. И я не исключаю, что Микки Хейли может быть уже, ну, в крайнем случае, второй. Она может даже победить в Нью-Хэмпшире у Трампа. Посмотрим. Но есть другая новость. Вот сейчас приглашают их на дебаты, да, вот в ближайшие дни Микки Хейли, Десантиса и Трампа. Микки Хейли заявила, что если Трамп не появится на дебатах, она отказывается от дебатов. Почему? Потому что она хочет в упор задавать вопросы Трампу, особенно по Украине, по Израилю, чтобы показать остальному миру, кто есть Трамп и каково его отношение, например, к войне в Украине и в Израиле, к примеру. Вот это очень важно. Вот даже вчера, после того, как он выиграл, вы посмотрите, он, выступая, опять подчеркнул, что он знает хорошо и Путина, он хорошо знает и Зеленского, как он их посадит за стол переговоров и решит исход войны. Это чушь собачья. Я вам скажу почему. Ему очень правильно ответил президент Зеленский. Мол, приезжай к нам, я тебе за 24 минуты докажу, что ты не сможешь решить исход войны за 24 часа, как ты обещал. И прав Зеленский. Ему это не удастся. Эта самоуверенность, она пагубна, она его просто опозорит. Потому что Зеленский, кто бы ни приезжал, пусть даже от Всевышнего приедет кто-то, Зеленский не сдаст Украину. Почему? Потому что он выражает волю героического, великого украинского народа.
Моє Борисе, убіждення. дивіться, я записала всі дати, які ви мені назвали, і буду стежити, бо я, наприклад, не знала там не за 19 січня, не за 2 лютого, і особливо хочу теж постежити за 23 січня. Ну, у нас це буде відомо станом на ранок 24 січня, тому що через різницю в часі. Але обов'язково, от, знаєте, я обов'язково все це простежу, що відбуватиметься в ці дні в Сполучених Штатах Америки, що будуть ухвалюватися, як розгортатимуться і дебати, і голосування. І от звісточку от через нашого Олексія я вам теж передам. От мені цікаво, чи дійсно є такі настрої, і чи дійсно не треба падати духом і все більш оптимістично, ніж нам тут здається в Україні. Я дякую, що ви доєдналися до ЕТРу, тому чекайте від мене звісточки. Спасибо вам, дорогі. Все буде отлично, повірте. Мы победим в этом году, причем до выборов. Запомните это. Обязательно. Дякую вам. Аби так було в нас, аби ми так швидко могли перемогти цю російську навалу.